Я там собаки хрипят. Ну все, я отключаюсь. Нет, зачем? Я буду Нигером. Почему? Я не знаю. Ты меня пугаешь. Джейка сильно слышно. Так, надо же сначала эти самые. Мне чтобы в пещеру дойти, надо рюкзак сначала купить. Мне тоже? А? Мне тоже? Ну, тебе, ну ты в пещере будешь пить, тоже рюкзак нужен будет. Я что-то плохо слышно. Надо же сначала посадить семена. Посадить помидоры. Не забудь полить картошку. Картошку надо посадить. Она здесь сажать, да и все. Ну, надо же чистить. А? У тебя же 15, и у меня 15. Да. В общем, 30 получается. Прикинь, да? Сейчас от 30 сделаю этих штук. Я камень пока умру. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. На ржавую шпору нашла. Четыре. Пять, шесть. Семь. Десять. Ульян там храпит, блять, урон. Да давай я отключусь. Да не надо, а как он говорит ты? Ах, надо. Выгони его в коридор просто. Он там самое место. Угу. Сейчас, прям. И вот такая хуйня постоянно, когда я хочу что-нибудь делать, это говно. Надо делать вот так. Это не проблема. Что там, Бога увидела, что?
Ты там Бога увидела, что ли? Так, я пошел до магазина, блядь, смотреть, сколько стоит рюкзак и этот самый. Не забывай со всеми знакомиться, чтобы задание выполнить. А ты сама их выполни. Нет, да не зачем. А мне что делать? Расчищать? Ну, расчищай помаленьку. Что, мне все равно будет продавать рыбу, чтобы купить там рюкзаки. Но она же чисто такая залипательная, знаешь, как бы, пить время. Скажем так, такая семейная. Я добычик, короче. Так, купить 2000. Так, 2000, по-моему, первый рюкзак 2000 стоит, потом... А я большие деревья, что, мне пока убирать или нет? Они же много энергии забирают. Большие деревья? Да. Надо сначала понять, для чего мы убирать-то будем. А где удочка у нас продается? У рыбака? Удочки? Да. Он должен тебя пригласить сначала. Говно. Прийти к нему. И тогда даст удочки. Так он тебе не даст. Идет задание, и подходите там. Дальше. Кто дает задание? Кто задание дает? Мы сейчас поспим. Да. Проснемся, и придет задание. Сходите на пляж и познакомьтесь, да, с этим рыбаком. Петухом. Ты не понимаешь, я... когда я уже играл, потому что 2 года назад почти. Надо было сделать, знаешь, чтобы на ферме были монстры. Угу. И ты бы сама с ними дралась. Ну, да. Привет, Дань. А мы с женой решили рубануть. Говно. Уже сейчас обновление будет. Ну, блять. 19 марта еще обновление выйдет. Про Стар Дивали. Мы решили, скажем так, тихонечко начать. Я тебя, блядь, не узнал. Что за баба? А кто здесь еще может быть, кроме меня? Какой интересный. Ну, а вдруг? Подожди, блин, у меня уже энергия заканчивается. Это все. Что там? Что такое? Я пока скажу, что траву, наверное. Да, пошли спать. Ну, сейчас что, мне без рыбалки делать нехто. Ну, давай. Что мне хотя бы на рюкзаки надо собирать. Ну вот 19 марта выйдет, как раз мы, может, так потихонечку попроходим днем. И как раз на обновление. Как-нибудь на пляж. Я пока расчищаю территорию, получается. А мне тоже нужно на пляж, да? Ну да. Не забудь полить помидоры. Мы нашли что-то древнее, видимо, что-то древнее. А, я могу шпору отнести в музей. Давай, дальше.
Ребят, музыка не слишком громко. Ну да, там и рецепты новые, то есть будь чем заняться. И напряжь. Забыл подойти? Нет, я думаю, что выбросить. Выбросить? Зачем? Рюкзаков-то нет пока больших. Блин, а у меня тоже много чего. Ну все, слава богу. Если, ребят, кто хочет спать, то спите. Все хорошо. Так, в общем, такая хуйня, да, у нас? Он дал? Да, он Бог дал. Попробовать? Че? Бог дал. Так, а как рыбачить этот язык? Берешь, закидываешь, рыбачишь. Да, все. Блять, проебал. Джейк, ублюдок. Ну, блин, давай я это... Да, оставь его, просто, он просто ублюдок. Ты постоянно про это будешь говорить сейчас. Нет, не буду. Ну да, жена. Ну так, по мелочи. Больше я рыбачу. У нее получается, но вот если редких рыб ловить, то, то все. Я пошла домой. На время. Хотя мне же рыбалку тоже надо прокачивать. Желательно. Потому что если не прокачать чего-то одно, не получишь. А он же до 4, да, рыбак работает. Я что-то не помню, инструменты же где-то же можно выкладывать, по-моему. Ящики. А, ящики. Нам нужны ящики. Какой-то улов нехороший. Рыбы нет. Ну не знаю, у меня все нормально. О боже, а нет, блин, как тяжело. Надо просто сосредоточиться сейчас. Там тяжело будет этого огурца ловить. Я огурец. А? Морской огурец? А может, по-моему, только осенью или зимой? Заебись. Че? Морские водоросли же тоже, по-моему, для чего-то нужны. Блин, а что мне выкинуть? Уголь? Деревья, камни. И деревья выкинули. Да выкидывай весь мусор, он тебе сейчас не нужен. Но речки все равно нужны. Ну, у тебя там, блядь, целая полена ресиков. Значит, сейчас рюкзаки нужны, потому что я потом в пещеры пойду. Угу.
А, еще надо удочки. Так, а мне же тоже это нужно прокачивать. Ну, значит, вместе пойдем. Там, если кто-то один не прокачает, мы не откроем новую территорию. Блин. Я длину 10 сантиметров поймал. Да, мне 5 пока. Что за водоросли? Они, по-моему, для чего тоже будут нужны эти водоросли. Угу. По-моему, что-то или там если ты будешь рыб разводить, я не помню уже. Да, да. Что такое? Там нет рыбы. Блять, рыбака проебал. Так хорош. А, до 5 работает. Бамбуковая удочка. Нам какую он удочку дал? Черт. А. Бамбуковую дал. О, у меня бюджет увеличивается. Ну, вообще. О, боже. Не могу. Иди продавай сейчас рыбу, а все. Да нет, я завтра продам. Он сзади тебя рыбак уже стоит, подстроился. А надо с ним познакомиться же. Ну, только что с ним познакомимся. Ну, задание. Не, ну, позже познакомимся, конечно. Что нормально? Здравствуйте. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, ты рыбу не продал, то есть если ты продашь, это еще косарь. Надо еще завтра будет продать. Ты думаешь, у меня ее так много? Ну, хотелось бы верить. Так, надо познакомиться. В баре. Ну, там рыбаки неплохо зарабатывают, и еще кто-то. Ну, рыбаки поначалу большие прибыли приносят. Ну, у них икорка. Икорка. Корка? Икорка дорогая. А. Ну, если разводить рыб. Ну, если, да. Не услышал, спорка. Я опаздываю. С кем еще познакомиться? Так, ящик, может, 37. Джейк, это прям Джейк. Ублюдок. Mm-hmm.
Так, надо подумать, где мы сундуки будем ставить. Например, где-то здесь. Ой, мы же воды не налили. Куда у нас кошка взялась? Вначале выбрала. А в пещеру уже надо заходить? Иди. Ничего нет. Так, сделаю синий сундук, сделаю. И, ну, голубой. Кто там будет ракушки, ну, для рыбы всякой херни. Слушай, а вот этот вот... Хоть пошли. При ночи было светло. Это что нужно? Факел ставить. А, все, да. И кольца, да, нам еще? Ну, кольца, да, факел это в пещере уже. А я не вижу, куда идти. Все, все, увидела. Я запуталась. В четырех углах, что ли? Так, у меня уровень рыбалки повысил. Так, дождяк, это хорошо. Ну да, типа того. Да, Жорик пишет, у вас прям семейная ферма. Ну, есть такое. Сейчас будем сажать помидоры. Опять рыбачить? Ну а куда? Нас, ну, блядь. Сейчас рыбачить, на деньги нужны. Естественно, рыбачить. Рюкзаки-то нужны. А звезды мы когда сможем покупать? Их надо ходить и не покупать. В пещере. А? В пещере. О, в пещере. Пойду продам рыбку. Я не было выложить лишний лап. Блин, что продать камни? Окей. А ты новую удочку брал? Нет. У нас и так бамбуковая. Нашу новую покупать надо будет. А,
Что не ловишься? Я до сих пор собираю. Это там очень капризный попался. Ну что, выпендривался? Перу продала, кстати. Так, продала. Ничего не видишь, бюджет увеличился. На 100 рублей? Какая была рыба. Ну, так, Жорик, приноровиться надо. Поначалу, когда первый раз рыбачил, было непросто. Руки помнят еще. Да, точно. Ну, Лена не очень руки помнит. Она какие-то банки вылавливает. Это место такое. А ты что, водоросли? Это морская капуста. Я поймала золотого сельдь, в общем-то. Я даже не знаю. Чего? Радоваться. Ты ловил золотой звездой? Че делал? Золотой звездой ловил? Ну, за рыбку золотой звездой ловил. Нет. Я поймала. Нихуя себе. О, я поймала мелкая камбала. Я не пойду. Да, бюджет увеличился. Вот тебе нужно бороду отрастить, как у твоего персонажа. Отрастет. Знаете, успел все-таки к нему заскочить. Слава богу. Так, 1750. Сколько еще надо?
Блять, еще 2300. Ну, продолжаем ловить, чтобы сразу продать. Главное, за временем и за энергией нас следить. Я еще сундук успел вытащить. Ну, у нас время до 0.00. А, ну жидко это же для кравов, я насколько помню. Не до 0.00. Можно на час уже вырубаться, если не ошибаюсь. Если мы поздно спать ляжем, у нас еще энергии мало будет. Надо в 11 уже будет отсюда уходить. Кто-то капризный, кто-то капризный. Нет, посмотри, какой я. Огурец самый бешеный. А? Огурец самый бешеный. Ты можешь сначала удочки купить получше? Да, рюкзак еще купить. Я угря поймала. Золотого угря поймала. Видишь? Представляешь? Я поймал. Ну а чё? В общем, вы, ребят, видите, кто у нас рыбак в семье. Золотых угрей ловят, всяких сельдей золотых. Я помню, что в пещере самые сложные рыбы. Так, какие-то уроды этот всякие. Лавовый... Блин, не поймал. Сейчас я пошла. Лавовый угорь самый сложный. Может, по-моему, только один нужен, чтобы его расплодить. А что сделать? Чтобы его расплодить, он же один нужен всего. Ну да, ты же покупаешь эти. Я вообще думала, что не буду заниматься животноводством, а только рыб разводить и огород. Потому что, ну, корова, утки, на, не знаю. Ну, конечно, там в каких-то заданиях понадобится сыр, опять-таки яйца. Это если будем клуб открывать. Либо продать этому бизнесмену клуб. Нет, клуб надо раскрутить, блядь. Ну блин, это сложно на самом деле. Пока все на. А первым-то можно не огроменную строить. Определенных, ну, определенных животных, яиц. Которые прибыль приносят. Ты имеешь в виду пару яиц, пару там это. Не, не, Жорик, мы это самое не будем продавать. Я домой. Грустные жители, они нас задушат потом. Так, на дорогу где-то требуется час. Бежим домой. А, да, Тань, Жорик, извини, у меня опять началось. Я просто быстро посмотрел и, ну, имя посмотрел.
рыбалка. А, просто так бывает. Пишешь, просто у вас пишет, и бывает, что строчка перекидывается. Я уже прочитал, и через какое-то время я отвечаю. Такая хуйня. Все, да, меняй имя. Все меняйте имя. Мы придумывали имен. Людей в заблуждение. Так, а чтобы в сундук засунуть, это что, надо в мусор кусывать, типа? Надо построить. Нет, нет, большой сундук, который у дома. Ты там продаешь. То, что ты вот это выкидываешь, оно все пойдет в мусорку, в утиль. Дальше только как? Вещи. Типа как сундук? Сыр. Ну а как сундук? А. В мусорку уже суется. А? В мусорку уже кладется. Это все пойдет в мусорку. Ладно, хуй с ним, пошли. Построить сундук, ты нажимаешь на Е и то, что ты можешь создавать. И строишь на сундуки, в которых хранишь. И это я знаю, что я про сундук? Большой сундук. Ты же большой сундук, что в магазине бегать. Засовываешь в этот сундук, правильно? Либо продаешь в магазине, либо в этот сундук. Но там будет меньше по золоту. Внимай, я тебя спрашиваю, что в сундук, там же как просто в мусорное ведро кладешь? Мусорное ведро, ты просто закинь. А в сундуке больше ничего не открывается. Ну да. Что происходит? Так, как хочешь, косарь заработай. Сейчас я тоже подумаю. Просто одну поймаем. Отрасли, отрасли. 20. О, я поймала золотую камбу. Сардину золотую поймал. Выйди.
Кстати, почему-то сардина дает больше золотая, чем золотой уголь. Странно, правда? Хотя угря поймать сложнее. Сельдь 41 сантиметр. Огненный кварц вытащил. Это ничего не выкидывает. Ничего не выкидывает. Огненный же кварц кому-то же из угрей нужен будет. Да, да, я же говорю. Ну, вина, да, кстати, вина. Вина дорого стоит. Косарь остался. Да надо просто сундуки дурацкие купить. Вот сейчас рыбалка очень много занимает. Блять, там булькает, сука. Стой. Куда? Повернись, Мирон. В этих пузырьках какие-то сардины по 3 сантиметра вылазят и водоросли. Нахуй это пошел. Ну да. В этих пузырьках, когда уже задание там поймайте то, поймайте это, вероятнее всего поймать, а так. Тебе еще не было такое, что вот рыбку поймал, и там посередке там сундучок? Я же 5 сундуков вытащил. И чего, там интересно что-то? Ну вот я кварц вытащил, что куда хуйня. Уголь, блядь. Ядрить его в корень.
Золотые камбалы. Представь, Жор, что ты на рыбалке. Что в море? Ты в лодке. С холодным пивком. Скоро в пещере пойдем. Ну, не скоро, конечно. Я бы рюкзаки надо выкупить. Ну или ты занимаешься рыбалкой, я буду в пещере. Потом вместе пойдем. Так мне же пещеры тоже надо прокачивать. Тогда надо рыбачить. У нас по уровню одинаково будут идти. Ну, вы же, Денчик, помните, да, дневные стримы, это у меня те, кто не выспался днем и не может уснуть. Так, я последнюю рыбу вылавлю и домой. У меня энергии больше нет. Блин, а что? Что делать? Что делать? Золотая сеть. Ну, выбрось то, что не нужно. Ну, я все и так выбросила. Не хватает. Анчоус, ёпта. Я анчоус. Так, выложи инструменты в ящики, я же там один ящик построил. А, да? Ну, да. Что ты не сказал? Я сказал, что я построил голубой сундук, он будет для моря в будущем. Неправильно, как-то. Я неправильно сказал, конечно. Я не услышал. Не по-русски, блядь, наверное, или не по-корейски я сказал. Вот если бы сказал по-корейски, я бы поняла. Я не уверен. Блять, я не успею, что ли? Не успеешь? Да, должен успеть так-то. Самое заебанное, ты из пещеры, когда бежишь, не успеваешь. Блядь, беги, черт. Так, рыбалка второй уровень. Блядь. Ворона ебаная. Так, я смогу пока переброшу косу, кирку. Да всю шляпу переброшу. Я принесла кота. Ёлки-палки. Да, спасибо, Глава. Ты понимаешь? Что, взять кошку, нет? Да бери ту кошку вкусней. Просто миску поставь буду поближе, чтобы не забывать наливать. Ну нельзя поставить поближе. Но только на одном месте. Брать? Ну чё? Чё? Взять? Убери. Ну что, срать?
Так, я пошел пастернак подавать. Чего ты пошел? Пастернак скидывать. Ты все собрал? Ага. А я как выполню задание? Ну, на тебе пастернак, продать. Идите, пастернак дам. Мне нужны мои 15, которые. Ну, охуеть. Мне больше не надо, мне нужны только 15. Ну, иди сюда, дам 15. Давай. Как отдать ты их забыл? У меня полный инвентарь. Можешь оставить 15, я заберу. Пойду рыбу продам. Да еще что? Ну это он тебе сейчас расскажет про это. Ясно. Что-то он рассказал. Крыса. Исследовать старый клуб, но это потом. Крыса? Ну он там сказал найти крысу. В старом клубе. Так, мне 15. В магазине? Да, в магазине. Я иду с тобой. Ты разговариваешь в магазине с людьми? Кого вижу, разговариваю, кого нет, не вижу. Зачем бегать с ними разговаривать, если там будут самые карнавалы или что, на пляже? Там со всеми могут поговорить. Так, а давай 15. Я же тебе отдал. Ты что, по одному отдавать, что ли? Ты по одному даешь. Давай все. Что происходит? Плати. Бля, что, по одному так отдавать? Ну, пиздец. А что, сразу нельзя? Как видишь. Там типа же должно быть отдать все или отдать... Я не знаю, я зажимаю, шив зажимаю, ничего не происходит. Вы тратите мое время. Мое тоже. Кстати, можно рюкзаки купить. Что ты делаешь? Совершенно случайно. Спасибо. Рюкзак ты купишь? Блядь, другой любит 10 тысяч один стоит, охуеть. Нам будет в пещеру идти. А, я понял. Ну вот. А? Это мне надо было тоже собрать пастернак, чтобы выполнить задание. Ну посади пастернак, да соберешь. Ты торопишься. Я виноват. Не, ну это вообще... Ну купи 15 этого пастернака и посади. Я уже ушла с магазина завтра. А? Уже ушла с магазина завтра. Здравствуйте, бла-бла-бла. Да, свежий воздух, погода неплохая. Сейчас проблема. Большая проблема с этим. Thank you.
Так, по-моему, нефритовая удочка стоит 7500, так что еще на удочке какие. Ого. Она хорошая? Ну, лучше. Значит, ее надо. О, я эту самую какую-то нефритовую звезду выложил. Mm-hmm. Или какая она? Интересно, сколько она стоит? Да, хуй она стоит. Назад-то в пещеру идти. Уже? Я думаю, да. Просто пещеру пройти, чтобы не мучиться уже потом с ней. Как раз рыба пригодится в пещерах, что на жизнь дает. У нас же нет, мы пойдем и нам дадут оружие, да? Что за мусор? Вот он. Че, уже все улизнуло? Я у реки. Гуляют девки, гуляют мужики.